Сегодня в этом лесу жарко и едва вздохнешь от дыма. Мы в селе Александровка Саратовского района. Второй день вдоль Волгоградской трассы тушат лес. С пламенем местные лесники борются своими силами. В ход идут грабли, лопаты, ручные опрыскиватели. На машине в лес не проедешь, поэтому воду набирают из пожарной цистерны и на себе несут к очагам. Ребята вот нас за сегодняшний день где-то заходов по 12-13 уже сделали. Сколько тащит воды? 20 килограмм. В этой местности очень трудный для тушения рельеф. Повсюду овраги, а они создают так называемый эффект печки, естественную тягу. И даже если здесь нет ветра, пламя все равно распространяется. В этот раз загорелось сразу в 8 местах. Сергей Коротков говорит, что едва успевает следить за очередными вспышками. В лесу много сухой травы и деревьев. Пни, обугленные ветки падают, и все горит по новой. Вот лес остановили, а там сейчас вообще волк забыл. По словам лесников, причина горения – сухая погода. В регионе долго не было обильных дождей. Кроме того, рядом дачный поселок и железнодорожные пути. Это пошло, скорее всего, от железной дороги. Либо кто-то окурок, либо спичку бросил с поезда. Возможно, там от искры тепловоза, не знаю. Но факт тот, что это пошло от железной дороги. Специалисты говорят, чтобы пламя погасло, нужны не только дожди. Поможет даже похолодание. Если в лесу выпадет роса, тушить будет легче. Кстати, сейчас профессиональные пожарные за дело не берутся. Лесникам они помогут, только если огонь перебросится на дачи. Кристина Трушина, Игорь Шишилин, новости «Телеобъектив».